Брещанка Татьяна счастлива втройне. Знакомьтесь, ее два сыночка Иван и Павел и красавица-дочка Аня. Мальчишки-близняшки схожи только внешне. С самого малого возраста проявляют свой характер. Один – спокойный и мирный, второй – полная противоположность брата. Однако, несмотря на отличия, они не дерутся из-за игрушек и книжек. Все делят на двоих – конфеты, машинки, конструктор и мамину заботу. Семья Ковалевых уже около месяца готовится к параду близнецов. Просто жаждет найти единомышленников, чтобы доказать, быть копией – это нечто большее, чем просто волшебство. Я думаю, что парад близнецов – это отличная возможность показать, что близняшки – это что-то большее, чем просто удивительно. Очень рада, что в нашем городе зарождается прекрасная традиция проведения таких мероприятий. Ну и мы решили поучаствовать с детьми. Я думаю, что детям им будет очень интересно, очень любознательно поучаствовать, да не только детям, и нам тоже, родителям. Организаторы признаются, что такого ажиотажа со стороны участников не ожидали. Более 70 семей, в которых есть близнецы, готовы шествовать в параде. Есть и тройняшки. Кстати, самым маленьким близняшкам, которые примут участие в фестивале, нет еще и года, самым старшим – 60 лет. Всех их и всех нас ожидают конкурсы, подарки, море впечатлений и незабываемых эмоций, обещают организаторы шествия. Начнется все с парада шествия, дальше будет развлекательная программа, будут конкурсы. Площадка сама будет разбита на маленькие подплощадки. На каждой территории будут заниматься приглашенные волонтеры, аниматоры, будут аттракционы, будет мороженое, сладкая вата, будет привлечено наше МЧС, ГАИ. Поэтому я думаю, детям будет весело, интересно, и семьи проведут незабываемый отдых вместе. Фестиваль пройдет на территории Брестского грибного канала 30 июля. Начало в полдень. Вас уже ждут.